Расскажите вот про это время, вот просто такое начало, маленькие, да, мальчики уже с оркестром, 9 лет, как вы себя чувствовали? Ну, в 9 лет нет комплекса, вы знаете, это все легко. Я начал довольно поздно, я в 8 лет начал, и как-то очень любил заниматься, и иногда просто не шел в школу. Говорил бабушке, чтобы она письма мне подписывала, что больной. Но я столь... И она делала? Она так? делала, но один раз полиция даже пришла. Узнать, если... Не полиция, но такая, которая следит за... И я научился, я все время в пижаме упражнялся, чтобы как будто бы больной. Это очень интересная история. Я помню, когда я играла на фортепиане, меня мама закрывала, и с другой стороны такой был, значит, ключ тоже закрывал, чтобы я играла, потому что все дети как-то хотят там что-то сделать. Вас не закрывали в комнате, чтобы вы играли на фортепиано? Нет, мне очень нравилось, и даже в 9 лет я минимально 4 часа играл, да, даже, и мне нравилось это.